Так. Я, короче, сейчас записываю на всякий случай. Угу. Ну и что на всякий случай? Сейчас вдруг что интересное найдем. Да, вот вижу их лагерь. Три машины. И еще четвертая, там моя одна, вон она, четвертая, пятая даже, там пять машин. Шесть, по-моему, даже. Что ты видишь их лагерь? Нет. Ну вот я сейчас на этой горе. Координаты, скажи мне свои. Сейчас, секунду. Мои 74-14. Короче, лагерь у них в координатах 72-14. 70 что? 74 сверху, 14. Ага. Ты выше меня поднялся на пару клеток. Дальше начал осматриваться, вдруг моторит на велосипеде. По-моему, у них там 6 машин, я насчитал. 6? Вроде да. Писали, что 2 должно, может быть, только. Да, ну вон мой САВ стоит, на котором я сегодня катался и весь его забил. Интересно, сколько их там? То ли двое, то ли один, как этот писал. Типа, смотрите, к вам там двое идут. Че, он с мобхаком, что ли, если знаешь, что там двое от нас идет? Да, вот там минивэн. Да, у них, по-моему, 6 машин. В каких координатах у них нычка? 15 сбоку, 72 сверху. 15 сбоку. 72 сверху. Обалдеть, я прям возле них что ли пролетел? Ты на горку, да, залез? Да. Так, обал. Ага, вижу одного. Сидит, снимает. Хедшот. Сенатор. Минус один. Интересно, видео будет. Да, так красиво в хедшот снял. Смотри. Давай, беги к машинам это пока. Смотри. А, всегда я, блин, я должен быть отвлекающим маневром. Ну, да, беги давай. Видишь, я хорошо стреляю. А у меня хорошо получается от пули ворачиваться. Ну у нас у всех хорошо получается. Просто кто-то стреляет хорошо, а кто-то бегает. Кто-то стреляет хорошо, а другой бегает. Лазика, САВ, варюшки. Еще, по-моему, какие-то там автомобили. Варюшки. Че, ты видишь их лагерь? Да, вижу, я прям, по-моему, САВ. Там через поле. Далеко УАЗику. Да, да. А? Я тебя вижу, ты через поле там бежал. А, вон, я УАЗик увидел. Все, они так поставили машины по... друг от друга далеко. Да. Что-то я джип не вижу черный. А там увидишь, он рядом с УАЗиками. Да? А, все, я вижу его. Угу. И труп слышу. Ага, он рядом с УАЗиком. Да, вот. Что, там никого нету? Да вроде никого, смотри пока. Ну, у него ЛК. Он тебя хотел с помощью ЛК вычислить. ПНВ-шка у него. Ну это все мое, походу. С этого. Коробок спичек заберу у него. О, 2 бинта заберу у него. Так, все вроде бы. Ну что-то в респаке у него есть. А, в респаке всякий мусор. Сейчас пойду проверю бэкпак джип. Там нет ни у кого? Ну, нигде. Кого? Бэкпака нет нигде. Блядь, по мне смалят! Откуда? Не знаю. Я слышу. Меня убили. Блин, откуда стреляли? Сбоку вроде. Откуда именно? Сбоку? Снизу? Сверху? По-моему, с твоей стороны, с автомата. Нет, не с моей. С твоей откуда-то. Я за УАЗиком сижу. Тебя где убили? Возле Сава? Да. Сейчас, если подбежит он.
Да, что-то такого вот, типа. Ну, главный лагерь нашли. Запалили то, что у них машин больше положено. Коллекционеры грёбаные. Да, 4 машины у них. Сейчас интересно, как я 6 не считал. А возле Славы ты где именно там был? С другой стороны от тебя. Я туда забежал и умер. Понятно. Он, может, с горочки откуда смотрел? Я не знаю, откуда он стрелял. Ага, он с горки где-то смотрит. Со стороны минивэна. Сейчас попробую его найти. Я, конечно, в этом не силен. Ага, вижу снайпер. Он возле минивэна сидит. Кто? Дрон 46. Снимай. Я его вижу, как по нику стрельнул 2 раза, но не знаю, попал или нет. Обалдеть, каменка. Да, вижу его. Попал. Все, готов. Нахер расстрелял обоих. Их точно там 2? Ну вроде да. Он же писал этот. Голубан, который. С мхаком, походу. Так, его труп, походу, исчез. Эх, у меня лагать начало. Я думаю, что и у них больше никого не осталось из этих команд. Да, они вдвоем тогда были тоже. Его труп исчез, походу. Смотри, что... Вас изгнали из ряды по 8-му скрипку. Ладно, я в принципе записал все, что хотел, так что приятного просмотра.